Теперь обо всем подробнее. Сделано в Казахстане. 10 лет в селе Саумалколь Айртауского района работает ИП «Машкин». В цехах предприятия производят корпусную мебель и различные изделия из дерева. В деле задействованы 8 человек. Репортаж Кристина Горбаченко. В цехах предприятия работа кипит. Здесь заказы принимают как от местных жителей, так и из соседней Акмолинской области. По желанию клиента выполнят любое изделие. В ассортименте и офисная мебель. Материалы основные идут у нас ЛДСП, разной цветовой гаммы. И плюс идет пластики, акрилы и МДФ фасады пленочные. У нас производится более 30 видов продукции. Это спальные гарнитуры, кухонные гарнитуры, прихожие, детские. В 2013 году по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020» взяли 3 миллиона тенге и расширили производство. Увеличили площади, закупили оборудование. Работают в индивидуальном предприятии 8 человек. Свою продукцию предприниматели реализуют в местном торговом доме. Цены приемлемые, есть услуга доставки. Потребителям изделия ИП «Машкин» нравится. Хорошо, что у нас в районе есть такой мебельный цех. Сегодня посмотрели их продукцию. Качество хорошее и приемлемые цены. Большой выбор изделий. В Айртауском районе зарегистрированы 1163 субъекта малого и среднего предпринимательства. Развита сфера обслуживания населения. В 2014 году открыто 35 новых объектов инфраструктуры. Бизнесмены активно пользуются госпрограммами. В карту индустриализации по нашему району входит 2 проекта. Это АО «Старымбет», это строительство металлургического комбината по производству олова, и компания «Углежок». Но то компания «Углежок» у нас планируется где-то в конце мая запуск производства. По дорожной карте бизнеса у нас в прошлом году одобрены заявки на строительство линии электропередач АО «Сарымбета» на сумму 1,8 миллиардов тенге. По дорожной карте бизнеса еще одобрен проект и получает кредиты индивидуальный предприниматель Кадырбеков, это пассажирские перевозки. Айртауский район богат объектами туризма, поэтому в приоритете развития и этой отрасли. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.